Сегодня бокс является одним из динамично развивающихся видов спорта в городе. Под руководством уваровских тренеров Александра Гунбина, Александра Попова и Владимира Дичкова этим видом спорта в Уварово занимаются свыше 100 юных спортсменов. Многие из них добиваются высоких успехов в соревнованиях не только городского, но и областного уровня, показывая хорошую степень физической и технической подготовки. В очередной раз заявить о себе и набраться опыта юным уваровцам позволило первенство города по боксу, которое традиционно проводится в Уварово в конце года. С открытием соревнований юных боксеров поздравила председатель городского совета народных депутатов Зинаида Исупова, которая пожелала ребятам успехов и побед. Я сегодня поздравляю вас с открытием вот этого турнира городского. И я хочу вам пожелать, чтобы вы такие же были упорные во всем в своей жизни. Здоровья, благополучия. И всем родителям, и всем болельщикам я всем желаю, и тренерам, всем желаю, чтобы все у вас было в жизни хорошо. Главное, чтобы было здоровье. Первенство города по боксу, которое проходило в Уварово в течение двух соревновательных дней 19 и 20 декабря, объединило на ринге детско-юношеской спортивной школы порядка 60 спортсменов разных возрастов и весовых категорий. Каждому из них предстояло в ходе поединков подвести некий итог, проделанный за год работы. В первую очередь цель нашего турнира – это выявить сильнейших города Уварова для участия в следующем году в различных соревнованиях, присвоение разрядов, массовых юношеских разрядов, ну и опыт, соревновательный опыт в первую очередь и популяризация в нашем городе вида спорта бокс. Несмотря на юный возраст, все спортсмены, выходящие на ринг, показали хороший бокс, чем весьма порадовали многочисленных болельщиков, тренеров и, конечно же, родителей. В захватывающих боях и честной борьбе были выявлены лучшие, которые и будут защищать честь города в 2020 году на соревнованиях различного уровня. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».